Приветствую всех на канале Маткод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Так, друзья, прошло 3 дня после того, как мы пытались исправить проблемную семью. Мы вам рассказывали, нас тут не устроила матка. Плохо она сеяла, семья не развивалась, а у нас была пчела натрушена, и мы решили соединить проблемную семью с трушенной пчелой, забравшей от них матку, давшей им новую в клеточку. Высыпали определенный объем пчелы в нижний корпус, он пустой, пчела должна была подняться, и тут, ну, по нашим догадкам, объединиться уже в совместную семейку, ну и начать работать. И прошло 3 дня, сейчас мы должны маточке открыть большое уже отверстие для выхода. И мы пришли вместе с вами это посмотреть. Как же, потому что было много ребят комментариев, что все-таки могут драться. Да, могут драться. И это наблюдается, вот, друзья, тут даже на днове. Ну, жменья пчелы есть. Жменья пчелы есть. Ну, например, почему я никогда не брызгал? Делавшие как сборные отводки из разных семей, если брать печатный расплод с пчелами, в этих отводках вообще никто никогда не дерется. Тут же, ну, скажем так, в семью с уже сформировавшей, хоть она и проблемная была, высыпали мы определенную пчелу, которая, ну, конечно, они между собой подрались и что-то выкинули. И, ну, сейчас посмотрим вообще в общей картине, что получилось. Я подниму корпус, а Машенька его заберет, и мы уже посмотрим, что дальше, что да как. Так, я это... А, вот, Машенька. Там уже много пчел. Да, я сам взроблю. Так. Так, одену я масочку. Укусила меня в ногу. Подул, ребят. Так, залезла мне в шлепку, ушли. Так, я заберу корпус. Так, поставим на место. А, покусают меня сейчас. Подымим немного. Не нравится им эта процедура. Совсем не нравится. Еще под маску мне залезло. Так, откроем еще другой люточек, чтобы нормально могли зайти, а не меня по ногам кусать. Так, и, друзья, сейчас посмотрим, что же тут произошло. Начали ли они строить вощину? Сколько осталось пчелы? Рамок, по-моему, тут было в гнезде 6. Но они были обсижены, грубо говоря, на 5, на 4,5. Сейчас мы им положили 3 вощины. И посмотрим, что же с вощиной. Оно мне под маску залезло, друзья. Посмотрим, что с вощиной. Вощину отстроили. Одну из вощин отстроили. И обсели. Вторая вощина тоже отстроенная, и, ну, видим, что какая-то часть подралась, пчелы в улью нормальное количество, значит, большая часть объединилась, какая-то все-таки поконфликтовала, в результате чего образовался подмор перед уликом. А остальная все же... А, так, сейчас попытаюсь достать. Маточка ходит, корм еще не весь проели. Вот маточка. Так, спичка у нас есть, Машенька? А где? Так, значит, друзья, и ставим маточку на место. Пускай ее уже выпускают, а потом посмотрим, когда уже примут, начало ли сеять.
Так, друзья, и подводим итоги. Значит, возможен способ такой объединения? Возможен. Был конфликт? Был конфликт. Хотя я думал, не будет. Ну, я имею в виду отмершим пчелам. Я думал, его будет меньше гораздо. Но его тут, друзья, ну вот столько максимум. Да, его тут немного. Был конфликт. Помогли бы капли? Ну, конечно, многие будут говорить, что помогли бы. Может бы и помогли. Но скажу честно, например, если в следующий раз мне такое же надо будет сделать, а мы такое продолжаем, буквально вот сейчас высыпали тоже один отводочек подобный, тоже не капали, так как не видим в этом необходимости. Так что, друзья, вот так решили мы исправить. Ну, мы пока еще и не справили. Дальнейшая судьба, будем дальше смотреть за ней и наблюдать. И вам, конечно же, покажем. Я думаю, дня через 3 придем, 4, посмотрим, начало ли сеять. И уже примем решение, что да как. Все, а на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал. Ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.